О, приехали. Ворота открыты. Сегодня из дома я выехала очень рано. Я выехала в 3:30 утра. На улице, как вы видите, темно. Мы с вами пойдем на свадьбу. Но сначала я зайду за своим другом. Тахирака! Тахирака! Я боюсь разбудить, если люди спят. Тахирака! 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 Мой друг, мой брат, гончар, кулоучи, руки золотые, просто хороший человек, и который меня пригласил сегодня на свадьбу. Мы идем в Кишлак на свадьбу. Давайте, поехали. Туйге. Мне тут представляете, пригласительный дар. Так как бердаля, туйга барам, он и кончен ноябрь, Рахман. Доброе утро, Узбекистан! Доброе утро, друзья мои! Сегодня, как и всегда, мы с вами прекрасно проведем время. Мы с вами отправляемся на свадьбу к очень добрым и гостеприимным людям. Как всегда, мы с вами увидим много интересного, берем хорошее настроение. Я беру вас с собой и отправляемся в путь, друзья мои. Салам алейкум. Рахмат. Проходите, конечно, говорит, оставайтесь в нашем доме, будьте нашим гостем, Рахмат. Снем, Рахмат. Зовут хозяйку дома Махабат апа. Сегодня женится ее сын. Сидень оглага знаем. Да, сегодня женится ее сын. То есть мы в доме у жениха находимся. Кем волан уйдем без хозяин. Ой, проходишь, аромат арбуза, как вкусно. Говорит, пошли, плов надо тебе показать. На улице холодно, все мужчины сидят возле казана, да. Греются. Салох, ширда яши. Кели, мене, мэйки, утрыч. Утрыч, Ахмат, садись. Кели, ля, вихмал. Шеф-повар, это у нас... О, Рахмат. Сразу чай, пей, Рахмат. На сколько человек будет? Где-то это 200-300 человек. Сейчас утром, наверное, хорошо, да, придет где-то 200-300 человек. Да, даже больше. Утром только мужчины собираются. Да, собираются. Женщины здесь не должны находиться. Нет. Я, конечно, могу здесь находиться, разрешают, проходите, оставайтесь. Да. А так сейчас только должны собираться мужчины. Да, да, на хоргош. Здравствуйте. Ассаламу алейкум, яшимсыз. Яшу, Рахмат. Табриклиман, туй булан. Рахмат. Байрамсызның Рахмат. Менім исімім Эльвира. Сізнеке? Менеке Акбар. Акбарджон ака. Акбарджон. Хозяин дома Акбарджон ака. У кого мы сегодня находимся в гостях? Сегодня он женит своего сына. Рахмат, что мы с ним тут и разда. Спасибо большое за приглашение, я очень рада. Добро пожаловать. Здесь уже красиво накрытый стол. Проходите, говорит, садитесь. Ну, я говорю, еще гостей пока нет. Никого нет, мы приехали очень рано. Время еще 7 часов утра нет, но уже приходят гости. Очень много гостей, вы можете их увидеть. Парни помоложе наливают мужчинам из кумгана. Моют руки, посмотрите. Гости стоят и не заходят. Кто-то проходит, а кто-то стоит. Мы встречаем гостей. Они здесь. Они мои родственники, друзья. То есть вот эти все стоят, друзья, близкие родственники, близкие друзья. Они все встречают гостей вместе с вами. Проходят аксакалы. Очень много гостей приходит в этот дом. Киляляр, туяна бирялярма? Утром дают? Утром. Да? Когда вот так, ассаламу алейкум? Да, когда вы не увидите этого. Вот я смотрю. Это без ограничений. Сколько дают? Я сейчас спрашиваю, вот приходят гости, они все здороваются, и в этот момент они им дают деньги. И они говорят, вы этого не увидите, сколько дают. Потому что каждый дает меру своей возможности. У кого сколько есть.
Все, все присаживаются за стол, начинают с молитвы и ждут кофе. Посмотрите, какое у них красивое место. Все очень аккуратно, видно свежий ремонт, все красиво. Получается, во дворе накрыты столы. Вы это видите. В доме, в каждой комнате накрыты столы. Я говорю, здесь аксакал, здесь старшие. Не-не-не, мы молодые. Там старшие еще есть в другой комнате. Средние. А, мы средние, говорит, тут все. Такой чернявый. Корне Сурнай пришел. Гости уже собрались. Сейчас раскладывают плов. Кошпас на помощь пришли очень много помощников, тизьердамщиков. Мулла подошел, благословил еду. Это значит, что можно уже подавать. С молитвы начинают раскладывать плов. Ой, какой плов красивый, рассыпчатый. Можете обратить внимание, желтая морковь только в плове. Ашпасакя начал накладывать плов, раскладывать по тарелкам. Бринчины кимге бирелер? Катталергамы? Бабсакалергамы? Самые первые дают старшим. Ахсакаллерге. Вот туйга кирганда, адрес бирелер. Урфалер шунакар. Ты пришла ко мне на свадьбу, я должна тебе подарить адрес. Это адрес, это красота рахмат. Зима юбку ткемен. Гапляш ты. Я говорю, себе юбку сошью, она говорит, все, договорились. Начали разносить плов буквально за 10-15 минут полный двор гостей. Сейчас приехал старший мулла, младший пошел его встречать. Ихфанге сабаб буган даллар бахри саадат хиятлар. Muhabbet tarafın kirediyen ki ne kadar da mutlu olur. Allah Allah. Здесь у нас в комнате мула, здесь самый старший был аксакаллар хаммасы, да? Шинде, шинде. Хач габар ханы оке. Шинде, шинде. Домла, имам, вайис. Сиз, да, мула, имам. Тот послушал хач. А каттасында канча яш? Катта-катта. И мана бу кишинин катта яш. Кача яшта, нича чигирна? 90 яш. Ого, 90 лет дедушке. Это самый старший здесь. Ану сай, уз чиндру вари. Мать шунаман. Объясните уж ей, вдруг не поймет, что ты говорю, я все понимаю, не переживайте. Шухану да кишиборма? Ну да. А там полный люди. Да полный люди какой-то. И, конечно, друзья, я должна всем напомнить, что спонсор моего комфортного проживания в Узбекистане MyBookingUz. Именно они меня обеспечивают самыми лучшими гостиницами по всему Узбекистану. MyBookingUz, помните, что вы самые лучшие. Друзья, вас всех призываю пользоваться приложением MyBookingUz. И у них еще есть номер телефона горячей линии. Все это приложу в описании. А сейчас, как всегда, покажу подробнее приложение. Телефон. Сейчас я вам покажу приложение подробно. Я всегда его показываю, но я его еще буду показывать. Сейчас, друзья, покажу подробную инструкцию для скачивания MyBookingUz.
Если вы зайдете в App Store, пишите «Гостиница Узбекистана», выходит «My Booking US». Вот само приложение выглядит вот так. Открыть. Максимально простое приложение, очень удобное. Смотрим, какие есть гостиницы. Цена за $45, за $38, есть за $55, можно и за $80. То есть это все на ваш карман. Я всегда живу в шикарных гостиницах, потому что я пользуюсь приложением «My Booking US». Максимально удобное приложение. Через приложение гостиницы бронировать всегда дешевле. Если вдруг вы находитесь в Узбекистане, вам лучше вообще звонить на горячую линию. Давайте посмотрим, что предлагает Термес. Так, всем, кто пишет комментарии, спасибо большое. Смотрим, что у нас есть в Термесе. Гостиница за $38, за $40, за $60. То есть здесь представлены все самые лучшие варианты. В этом приложении, если вы бронируете гостиницы, гостиница вам в цене выйдет намного дешевле. Это уже точно проверено на себе. Вы будете экономить свое время и свои деньги. Пользуйтесь приложением My Booking US, друзья мои. Это мой полезный совет. Подарка. С собой подарка. Что там внутри? Внутри хлеб есть. Это. Черенка вот туда-сюда. Farzandlarning kamolini, baxt saodatni, huzur halovatini ko'rsatgin Parvardigor. Kelgan mehmonlarimizga qadamda aziz hasanlar ato etgin. На утренний плов-нахар читается хатым, да, то, что да, сейчас хатим, было? Хатим. Сейчас во дворе прям на какое-то время тишина была. Все слушали молитву. И сейчас все опять уже перед. Вы можете увидеть. Гости уходят. Подарки. Вы можете увидеть, вот говорит, муллаларга дают подарки с собой. Но лепешки, рубашка. Рубашки, да. Обязательно от вас адрес. Да, да. Вот у нас самый взрослый уходит. Дедушка, которому 90 лет. Хочешь чапан, это да, правильно? Это хочешь чапан. Те, кто совершил хадж, могут одевать вот такие чапаны. Даям чироли. Чироли, чироли. Очень красиво. Не надо, я тебе живого. Вы мой друг, что ли?
подписчик. Ну, мой друг, получается. Поставим, смотрим. Очень приятно, спасибо большое. Так приятно идет, говорит, Эльвир, неужели тебя вживую вижу? Время наблюдаю ваш класс. Да? Ты тоже мой друг? Спасибо большое. Смотрите, у него новые штанишки, что ли, или новая курточка на сцене ходит с этикеткой. Сейчас все мужчины покушали, все покушали? И Тахарака уже должен уходить, потому что сейчас придут женщины, он говорит, я к себе в музей пойду. Те, кто не смотрел серию про Тахарака, обязательно посмотрите, золотые руки. Я говорю, хороший человек, шикарный человек. Клоуча Гончар. Здесь приложу ссылку на прошлый фильм, чтобы посмотрели, как вы с вами прекрасно проводили время. Так что ему спасибо, что он нас привел на эту свадьбу, Рахат. Ой. До свидания. До встречи. Позволимся. До связи. Ты прям Кыргызстаннан келесиң? Кайсы шахарда? Баткент. О, здесь гости прям с Кыргызстана приехали. Богатые, золотые. Посмотрите, как они хорошо выглядят. 77 лет. Сестре Мухабатапе, вам 58 лет, да? Я говорю, что на старуху похожа, я говорю, нет, а я. Это соседи, это все те, кто стоял на входе и приветствовал гостей. Кушают они самыми последними. Да, самыми последними. Да, только сейчас время пришло, потому что они всех проводили. И узнали хазар дамала. Да, все собрались за столом, сейчас женщины зашли в комнату и начинают, конечно, сначала с Амине. Приходят женщины, все дарят материал, платки, атлас, адрас. Какие все женщины красивые, можете обратить внимание, все в платках. Эльвира. Шуна қашырын гапларыны яқшы көрамын. Үріп кетамын қосы. Ата шуна қамын? Ацаларым, жанларым, шақтоливарым, кинохларым. Шырын қамын. Смотрите, у нас приходят молодые невесты, это они недавно вышли замуж. Прежде чем войти во двор, они здороваются. Какая она красивая. Сейчас она будет в каждую комнату заходить, молодая невеста, и всем кланяться. Обратили внимание, как она низко это делает? А, да? Подарка? А, за то, что она делает килин салом невесты, ей за это еще подарки дадут. Тарелка. Помидор? Булочка. А булочки? Еще что-то? Лепешки? Подарок. Посмотрите, сколько женщин. Это все пришло к нам в Махалля. Опять Кардай-Сургай? Да, не Кардай-Сургай. Это уже у нас пятый Кардай-Сургай. Пятый. Gel
verdiğin top gönderdi şu. Рядом с Кокандом, по сути, это и есть Кокандская свадьба. Сіз тұрмышқа тіккенде ұйладыңыз, да? Үйіңізден тіккенде. Бұл Немене шуна кабула? Бу немене? Сәбәбі ата-анасы. Яшлигидан катта кылган ата-анасы, айласыны мехр куйган катта булган жойдан кетишке йиғлайды, хафа булады. Ташлап кетади энди ердикига, ошан үчүн. Ичтан хурсан булады турмушка. А, ичтан хурсан булады. Сейчас я вам переведу. Я сейчас спрашиваю, вы когда замуж выходили, вы плакали? Ой, говорит, как мы плакали. Почему я все это рассказываю? Потому что часто спрашивают, почему девушки плачут, против воли выдают. Это не так. Сильно плачут, но говорят, мы прощаемся со своим родительским домом. Ну вот я говорю, вы плачете? Да. Я говорю, а внутри радостный? Ой, говорит, еще какие? Еще курсант гулялся? Да, да. Ну, смотрим гулялся на съемке, да? Ю, ну, сізге чай берем, бу хызмат емес. Чай беріш хызмат емес. Бу хурмат. Яқшым сіз жүрміз, сіз рахмат, рахмат, рахмат. Эльвира хан, сіз? Мен? Эльвира хан, сіз өтейін? Мен Шадия хан ма? Ю, мен чүндім, сіз өтейін. Мен хызмат емес. Чай өтмелішіп, хурмат хызмат күші яптылар. Шунақа яқшы айла білен таныштырдығыз, таптығыз, жұдайам, құрсан болды ма? Рахмат. Айдегіз үшін шо болады. Ең ағызыңыз үйсәйіз, қағылымен люблі құп қалады. Я деблі люблем деп қалады. У нас, знаешь, как такие женихи шустрые, увидишь? Они говорят, тебя увидят, сердце открой, тоже так люблю подговорить. Внимательно будет. Власне, Эльвира Ван, вы ручку прик тумана, да? Фаргана Мурайат, ручку прик тумана. Шунака, бу худо шунака ики узбек, тожик, кыргыз, байналдынан халклар дослиги бу худуддачи. Шунака ахыл, ино болып, худа, анда болып яшашады, да? Булар. Бір-бірлеріні нұғайты құрмат қылышады. Қазақлар, қырғызлар, өзбекләр, өзбекләр, таджиклар, бір-бірлеріне қыз береді, келін қылады. Сейчас рассказывают, что у нас в этой махале, в этом кишлаке живут и таджики, и узбеки, и қырғызы, казахи, друг за друга отдают, детей женят. Нет проблем, говорит, у нас мы даже не смотрим на национальности. Йо-йо, мені мада ішім бар, мені амбарға кіріш керек. Смотрите, какая здесь огромная куча подарков. А хотите узнать, что внутри этих подарков? Я вас сейчас отведу в очень интересное место. И мы с вами будем открывать, смотреть, что внутри этих узелков. Внутри севатов много красивых лепешек. Одна женщина перебирает, второй дает распределять. Да, это мы возвращаем. Со счета сбились. А, то есть здесь остается и нижний хлеб, сверху добавляют свой хлеб, добавляют конфеты, булочки. А в мастерстве, да? Да, да, да. Ольмадан. А, Ольмадан. Виктама? Виктама. А, два яблока положи. Сомса. Канча. Турта. Турта. Турта самса куй. Все, и этот севат у нас готов. Ой, самса горяченькая. Севат готов. Сейчас открывать следующий севат. Сейчас в этом севате, посмотрите, также здесь есть лепешки, конфеты. Мы забираем сверху две лепешки, отдаем, убирает она в свой склад.
Забрали две лепешки, сверху положили четыре. Икта ольма. Тут-то самса. Мы добавили сюда четыре самсы и два яблока, печенье, конфеты. Закрываем. А еще ты что, печенье забыли? Ча-ча-ля. Ча-ча-ляшки добавили. Ча-ча-ляшки. Запаковываем. Готов. У нас есть еще маленькие сиватки. Все, мы с вами посмотрели, что у нас в сиватах. Выходим отсюда. Это амбар. Амбар. Это амбар, сюда, знаете ли, не всякого пускают амбар. У нас во дворе все женщины. Сейчас я зашла в комнату, здесь хоч оналар хаммасыма? Здесь ходжоналяр, здесь все женщины, кто совершил хадж. Сейчас нам к столу подали ваджу, это такой суп. Здесь у нас и фасоль, и сорго, и горох, мясо есть, картошка. Пробуем. Суп вкусный, сытный, густой прям суп. Амаза. К столу подали нарин самса. Самсу еще подают на рын. На рын это тонко нарезанная лапша домашняя вместе с мясом. Все было мы. Хурматли ayollar jamoasi, chiroyli kunlar, chiroyli soatlarda. Go'zal xonadonda ko'rishib turganimizdan nihoyat darajada shodmiz, xursandmiz. Alohida xonaga chaqirib, bitta gapni gapirdilar. Rahbar. O'zim ijodimdan shu onalarga bag'ishlangan, o'zimni onamga, sizlarga bag'ishlangan bir she'rimni o'qib bermoqchiman. Ko'ngil sokin, ritm joyida. Yuragimni tirlamas hech kim, xushniyatim kichi ham sizda. Siz bo'lsangiz yonimda, ona. Istiroblar qaddim egmaydi, daydi toshlar yetib kelmaydi, to'fonlari bag'rim qo'ymaydi. Sağ bo'lsangiz yonimda ona. Boyligimsiz hech kim ololmas, tilagimni sizdek bilolmas, yor bo'lar u ona bo'lolmas. Sog' yuringsiz boshimda ona. Сейчас прочитали стих, посвященный вам. Он говорит, ходжаналяр, можно я прочитаю стих, посвященный вам? Также это будет вам. Ой, все растрогались, хорошие пожелания сказали. Зюрбульде. Сны латофатте бахар един сен. Бахар куяшиде бахар един сен. Йетмиш рай касбетте нурларге сингеп, нур болып қалбымге. Сіз қазір чайсыз қалдыңыз ба? Эльмира, а сіз ағат жүз керек біласыз? Сан өзің достыларға жүрдің ол, яшнагай то абор, илім фан и жор. Натин бормасын, тағы бар жахан. Сейчас разговариваем. Подожди, на Сатурн дракон, что ты Я хотела перевести, я забыла. Про что я говорю? А,
Я сейчас поблагодарила женщин, которые здесь находятся. Вот я хожу среди таких людей, которые совершают хадж. И, в принципе, я хожу среди хороших людей. Каждый день я слышу очень много хороших пожеланий. За что огромное спасибо людям. Благодаря тому, что они меня благословляют, у меня все хорошо. Вот сейчас был разговор об этом. Нам к столу подали плов. Пробуем. Одну на двоих. Мы подождали, пока старшие начнут. Старшие начали. Сейчас я. Маза. Посмотрите, какой рассыпчатый плов. Жирный, кстати, и рассыпчатый. Желтая морковка. Вкусный. Ой, рахмат, саламат, боли. Нет, ты сняли, я шкур. Я расшьяна, гара, я расшьяна. Сейчас чаек киномас, да? Ой, сейчас, друзья мои, мы с вами едем в дом к невесте. Я вам покажу самую трогательную часть. Это прощание невесты с родителями. Как к ней приходит жених, как они встречаются. Так что отправляемся в дом. Так, друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого замечательного, чудесного видео. Но продолжение выйдет, скорее всего, через 2 дня. Друзья мои, помните, что вы у меня самые лучшие. А вот теперь пока-пока. Послезавтра встретимся.